Серьезно, с ютубера? Добавим, друзья! А где ютубер тогда? Я сказала, не машине, а не грязь не раскидывать. Я не могу. А что вы стояли? Яу! Яу! Здорово! Я немножко зарос. Кстати, если хотите следить за ростом моих волос, подпишитесь на мой телеграм. Вот здесь вот, да. Вот там QR-кодик, в описании ссылка есть. Короче, залетайте. Что ж, сегодняшний ролик, с одной стороны, будет забавным, прикольным, смешным, а с другой стороны, full cringe. Вот прям отборная кринжатина. Вот вы этого ждали? Я не знаю. Короче, вы знаете, что у меня есть рубрика «Рандомное дуо в Fortnite». Многие меня просили почаще ее записывать, и, в общем-то, сегодня я решил вывести это на другой уровень, на новый уровень. Рандомные сквады в Fortnite. Ай, хорошо. Звучит-то как, а? В общем, мы вместе с Твинки играли в Fortnite, стримили, кстати, вот здесь вот. Да, заходите, жду всех. Возможно, я прямо сейчас там стримлю. Зайдите, поздоровайтесь в чатике. И почему-то решили зайти в сквады. И я поставил, абсолютно случайно, поставил заполнить. Не знаю, просто случайно получилось так. Ну и, соответственно, мы залетели в пати к очень забавным челикам. Удачно! В общем, я давненько так не смеялся. Давненько у меня не было подобных эмоций от игры. Я не знаю даже, это хорошо или это очень странно. Но, блин, какие у вас это вызовет эмоции, мне было бы интересно почитать в комментариях. Так что обязательно их оставьте. Вот, и лайк не забудьте поставить. На этом все, пожалуй. Ну как все? Не все, а go смотреть ролик. До конца, естественно. Погнали. Слушай, ну... ситуация грустная. Да, у меня... ну, у меня нет лута. У меня револьвера выпало, мне два. У меня вообще лута нет. Это твоя уже дефолтная такая позиция. То есть, ну, ребят, я без лута, если что. Ну что, теперь есть. Они, говорит, по дискорду с Ялом, наверное, сидят. А ты и там у них, ты в войсе у них теперь? Да. Сейчас, сейчас. Я зашел. Ай! Автограф. Автограф, говорит, можно? Ой, где ты, Винки? Да меня просто, ну, просто в ноль сбрил. Чел, 150 хп у меня было, 100 пешки у меня сбрил за секунду. Хорош. Он белый. Рид белый. Заползай, помогай, помогай поднимать. Энерджи дика. Я тебя слушаю. Я вот ты настоящий? Что ты ржешь? Energy Dick. Это типа Energy Penis. Ай, хорошо, вот тут меня еще наткнули. Тихо, подожди. Заползи ко мне. Я не могу играть, когда меня что-то веселит. Energy Dick, помогай поднимать. Я дождусь Energy Penis, чтобы тоже помочь. Energy Penis. Ой, у тебя есть миники, не? У меня есть только Energy Dick в кармане. Все, ничего. На, нет, да, есть. А что стреля... а что... тут челик у меня сидит. А он меня гранатой чуть ли не убил. Меня сбили еще на машине, чтоб ты понял. Где, кто? Ну это стрим-снайперы, ты что... да я понимаю, что это стрим-снайперы. Сейчас, да, я помогу. А вот меня еще. Убили три раза за игру уже. Блин, ой, ну спереди еще! А, тихо! Не убивай, нет, пожалуйста! Нет, ладно, все, выходим. Егорчик. Ты же Егор, да? Олежек и Егорик. Смотри, у нас Олежек и Егорик. Олежек и Егорик. Да, да я. Ты Ял или ты? Ой. Нет, я Чингисхан. Я африканец, конечно же. Не, ну как ты думаешь, конечно же, я русский. Давай, нет, давай, не поставь, нет, нет, давай сюда, там локация. Ой, тихо, что ты слышишь? Есть, да, 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 ты слышишь, телек? Олежек. О, хочешь в турнир с собой пойдем, пожалуйста? Диктуй адрес проживания, пойдем с тобой играть турнир. Но турнир я играю только на раздевание, предупреждаю сразу. Вы не замечаете, что с нами Ял играет? Да всем... Нет. Нет. Нет.
Блин, куда вы полетели? Я думал, вы сюда летите. Обычно же дело, что я выбираю, да? Чил, да как вы его нахер... Ой, какой же ты невнимательный. Ты посмотри на нас. Забей, забей. А, глаз чешется. Мне вообще дефолт убил. У тебя серьезно с ютубера? Не перебей очко, давай. Ты подожди, подожди, я хочу... Я хочу насладиться этим контентом. Добавь его, друзья, пожалуйста. Я лечу. Слушай, вот этот... у Алекс... Да, это ютубер? Ёб твою налево. Если вы хотите... Я наушниками об стол и... А, ты умер? А где? А ты умер? Действительно. А где? А где? Говорит, а где? Боже! А! Парни никто не мешали. Туда же ютубер с нами играет, ну... Не, в смысле, он не русский, там я... Он не русский! А, блин, прости, по-русски больше разговаривать не будем. У него просто идет перевод. То есть он не говорит нифига. Что? Мы играем с ютубером, те самые три гения. Мне слезы текут. Это удачно. Реально, с нами. Согласен, удача сегодня на нашей стороне. Реально. У нас американец, но при этом это русский ютубер, и, ну, вообще ему тег отключили. Конечно. Тег-то за что? Кажется, сейчас надо F блогерам прописывать, так как у них даже копеечка, один рубль не падает. Даже рубля не упало! Может, там у них падает какой-то там процент, но... Ну, только член. Но не у меня, если что. Ой, что происходит? Какой... Знаешь, как я такие ситуации называю? Нет. Халапеньо. Халапеньо? Какой ял? Это он же не русский. Я не могу, подожди. Я могу тоже взять складку поменьше, что я американец и все. Ай, мое сердце! А, то есть он русский? У меня даже есть друг, он у него раскладка американская, но он все же на русском говорит. У него я раскладка, говорит, у него говорит раскладка, говорит, раскладка американская. Так, не блокается там ничего. Можно я ничего не буду? Он говорит, у него... На американских серверах легче просто играть. Яликс или как там? Представляешь, ты ютубер? Что? Яликс, присядешь ты ютубер? На бутылку? Куда присесть-то? Ну, ты на нее присядешь. Ну ты давай бутылку кинь, я присяду. Вот, вот, смотри. Где, не вижу. Давай я кину что-то другое, ты сядешь туда. А где ютубер тогда? Ты че? А где ютубер тогда? Я кину не бутылку, а что-то другое, ты согласен. Ютубера покажите. Где? А, во! Тихо. Оп. Не надо, я сказал, не маши веником грязь не раскидывай. Ё нахуй, блядь! Что ты делаешь? Подметай, грязь. Конечно. Не этот веник, ванзай! Что за пизд... Веником, говорит, веником не... Он что, на венике все это не ну боже, мне там... А у вас у тебя есть микро? А ютубер-то был, нет? Какой? А что, ял? Кто ютубер? Не, знаете, я, короче, у меня сейчас шизофрения скоро начнется. Можете искать, кто-то сказал. У меня сейчас приступ, что я с ютубером. Ял, ты что ли ютубер? Я смотрю, звуки периодически попадают, извините. Я не могу, блядь. Какой ютубер? Ну, пожалуйста, слышно, как же ютубер. Я просто, нет, я смотрю просто видео мистера Биста, может быть, знаете, вот звуки просто. Мистера Биста. По типу там как там 24 часа. Йоу, ты что ли? Убивай Влада 400. Мне интересно, он до конца катки будет. Егор, ты сейчас контору спалишь. Аккуратно, ты сейчас контору спалишь. Как? Как? Ну возьмешь зажигалку, подожжешь и спалишь. Реально, кстати. Походу, ютубер. Яла, ты в Украине или ты в России живешь? Ты как, в России или в Это просто сейчас вопрос, который вторым, наверное, всем людям задают. Я не могу. А в смысле, Яла, ты ютубер? Это реально до конца катки. Яла, ты ютубер, что ли? Пацаны, у меня ют. Я ют. Как? Я, ты где с экрана? Что происходит? Я не знаю. Яла, чё молчишь? Ял, друзья, добавишь? Я сказал, уроки! Уроки! Бля, он
уроки не сделал! Он уроки не сделал! Ядрит, не-не-не, надо сначала делать уроки, ребята, а потом только садиться играть. Не, иначе хорошей жизни не ждите. Ну, после школы, соответственно. Олеж, Олеж, ты тут? Олеж, ты тут? Только не Давида его ел, не Давида. Алло, да-да-да, что? Олеж. Да-да-да, я тут, чё? Это, давай... Алло, что? Ты, что ли, не сделал уроки и пошел в Fortnite играть? Скажи честно. Да-да-да, реально, а чё не так? Да-да-да, а чё? Ну, сперва делают уроки, потом идут в Fortnite играть. Ял, ну давай, друзья, пожалуйста. Ему по, ему вообще по. Нет, за такие поступки, друзья, считай, не добавляй. Если бы он сказал, что я вот типа уйду делать уроки, и тогда бы... Олеж, давай так. Ты сейчас идешь, прям сейчас, идешь, делаешь уроки, обнимаешь маму, говоришь ей: мам, я тебя очень сильно люблю, я сделаю сперва уроки, а потом буду играть в Fortnite, окей? Хорошо? Не, ну ты не добавишь, друзья? А, тогда да, тогда я тебя добавлю, друзья, да. Не, только... ну можешь сразу, я могу хоть сейчас, я тебе говорю, я после этой игры могу хоть сейчас, но... Нет, не после, не после этой игры, сейчас. Нет, прям сейчас. Не, просто знаешь, мало ли, Ялик, у тебя там... Не, просто знаешь, мне чуть страшно, если ты на меня скамнешь, и потом, типа, там будет такая штука по типу... Ну, запрос отменён, ну, тебя удалили из друзей. Не, ну, человек не о том думает явно, то есть он думает... Ой, да, лут! Я могу, что? Конечно, сейчас уроки пройти. Что лут? Ял, просто страшно, что лут? Мне друзья не добавишь. Ну ты понимаешь? Что? А что он сказал? Что он лут сказал? Ял, давай, друзья, пожалуйста. А чтоб ты знал, Ял, это мечта каждого школьника, чтобы именно с ютубером поиграть. Хотя бы даже... Ял, добавь меня в друзья, пожалуйста. Это было вообще почти... Он просто, да, он просто базарит. Он просто... Спасайте меня, спасайте меня. Добавь меня в друзья, пожалуйста. Это вообще... Ой, лут говорит. Я уже добавлю друзья. Ой, боже. Как он это еще повторит, мне интересно. Яу. Сколько раз он еще это может повторить? Он просто с каждым разом все громче и громче начинает такой. Вдруг не слышно, типа, вдруг он просто не слышит. Надо... Засуну-ка я его себе поглубже в гортань просто и... Алло, вы тут? Ой, ужас. И этот, алло, вы тут? Да, да, ну да. Ну все, Егорчик. Егорчик, хватит. Ял, Егорчик, поезд ушел. Поезд ушел, Егорчик. Подожди, пошли поднимем его, надо поднять его. Егорчик. Согласен, надо... Там только типы такие сложные прям. Давай развалим, давай развалим, вот. Там такие сложненькие прям было трио. Я падаю прям на типа. На нем, да. Как у него, я сейчас на него подпишу. Как у него это называется? Ял, ну так называется, Ял. Че поднялся? Ну как, один хп у чела. Ну мне, можешь помочь? А, да, да, сейчас, секунду. Он тебя ковыряет, да. Он белый прям, щи прям белый. На мне нокнул, еще. Нокнул твою девчонку, нокнул. Ну боже! Ну боже! Знаешь, какая у меня мечта? Какая? Я скажу. Чтоб ютубер мне подарил подарок, но это нифига не взлывается. Вот к чему на все это время довело. Так он подарок просто хотел. А, да блин. Не получает. А этот все за то, чтобы не... Потому что мы нищие теперь. А это все бабки считаешь. На мне, да. А есть кого-то... Ялда. Ял по-белому. Ялда, да. На мне. Ну далеко ты мёд, пожалуйста. Дал. Найс. Хорош. Тавикс, подними. Ой. Олежек, ты тут? Да, я тут, да, алё. Так что насчёт... Ял, добавь меня в друзья. Так что ты хотел сказать, что? Сейчас, дай, мне надо поднять. Как насчёт моего предложения? Какого? Ну, в смысле какого? Вспоминай. Ну, говори. Ну, то есть вспоминай. А ты можешь тогда сделать, ну... Не-не-не, погоди. Да, я тебе сделал предложение. Ты понял, что в чем была суть предложения? Ял! Да, я понял. Ну, да. Ну, повтори, что ж, какое предложение было? Ну, продолжай, да. Что происходит? Что продолжать? Я у тебя хочу узнать. Ты помнишь, что я тебе предложил? Ял! Ну, сделать уроки. Не, ну у меня сделано, мне проверить только, ну, осталось, ну и все. Не, так надо проверить. Не, я без рофла говорю. Что, Ял? Мне, а родители должны, ну, короче, проверить должны. Проверка должна быть. Проверка должна быть. Замьють пока Егорчика для себя, поговори с ним нормально, чтобы он тебя не... Ты же можешь в игре мьютить, ты же по сути контролировать. А, да, натуре, да, точно. Могу контролировать. Короче, что делать, если это сделано, но... Там, Ял! Проверить.
Сейчас, если сдай, я замечу его. Смотри, предложение было. Смотри, предложение было в чем? В том, что ты прямо сейчас выключаешь, да, идешь, обнимаешь маму, а потом идешь делать уроки. Ну или проверять, там, я не знаю. Я слышал, у тебя мама очень сильно кричала, что ты не сделал уроки, правильно? А сел играть. Нет, это не у меня. Это не у меня. Ты, по-моему, перепутал. Не, мама была на родительском собрании. Ты сейчас пришла. Ты серьезно? Да, у меня родительское собрание. Перепутали, мы все перепутали. Ну, извините, я скажу, что извини, это ладно. Ну, все равно, ну, обнять маму все равно надо. Ну, да, иди, да, да, это правильно. Окей, ну, а что, ну, приглашай. Так это Егорик! Все, с Егориком начинаем так разбираться. Я так и думал, что на Егорчик он выглядит как... Алло, Егорик! Алло, Егорик! Что? Скажи, значит, во-первых, послушай меня сюда. Очень внимательно. Ты сейчас слушаешь меня? Я ютубер. Ты, у тебя есть хоть какой-то авторитет ко мне? Ты уважаешь ютуберов вообще, нет? Да. Да. Смотришь ролики, допустим, ролики смотришь, да? Подписан на канал, ты, возможно, да, на чей-то? С колокольчиком, да. Серый. Да. Я не знаю. Ты знаешь? Не знаешь? А я тебе скажу. У меня 2.5 миллиона подписчиков. Можешь проверить. Канал Яла называется. Можешь проверить. Яла, знаешь, что? Значит, слушай Яла, сюда. Понял, так, понял. Олежа, тихо. Да. Тихонечко. Вот замолчи, дядя разговаривает. Егорик, возвращаемся к тебе. Значит, во-первых, Егорик, скажи мне-ка вот такую вещь. Ты... пошел играть в Fortnite и проигнорировал свою мать. Она тебе говорит, что ты не сделал уроки. Ты не сделал уроки и пошел играть в Fortnite? Скажи мне, вот, честно. Да. Какая плохая, Егорик. Значит, смотри, это ошибка, Егорик. Это, да. Это ошибка. Это плохо. Ну, нельзя, чтобы мама... чтобы... Нет, Егорик, ты не понял. Если ты не сделал уроки, в друзья никто не добавляет, братишка. Если ты маму свою расстраиваешь... А маму ты свою зачем расстраиваешь этим, а? Добавь, ну, пожалуйста. Ну, типа, ты уроки сделаешь, добави, друзья. Ему похуй вообще, походу. Ну, боже, потом... Егорик, давай так. Я тебя добавлю в друзья по одной причине. Вот, если ты прямо сейчас закроешь Fortnite и пойдешь делать уроки. Как тебе такое? Давай, вот, смотри. Ты вот... Не-не-не-не, ты условия здесь не ставишь. Тебе сколько лет? Мне 8. 8 тебе. А мне знаешь сколько? Можете спасти их. Сколько? 2. Больше 18. Больше 18? Ой, мне пизда. Подожди. Не, нормально. Ну, а тебе сколько? Прошу, продолжай диалог, я полностью контролирую эту игру. Продолжайте, я не могу. Я уже херово. Я уже не знаю, как продолжать. А Егор, можешь меня добавить, а Егор пусть уроки делает. Вот взял, сейчас добавляешь, я закрываю иконку Fortnite, и сегодня больше не захожу. Егорик, тебе нужно прямо сейчас, смотри, порядок действий. Ты первым делом закрываешь Fortnite прямо сейчас, вот после того, как я договорю, ты закрываешь Fortnite и выходишь из игры. Идешь, целуешь свою маму, говоришь ей, что ты ее любишь, и идешь делать уроки. Понял? И тогда я тебя добавляю в друзья. А как ты узнаешь, что меня добавил? Никнейм, скажи, как ну подожди, потому что он не что? Скажи, что никнейм твой же здесь, ну, типа, что я тебе доверю все это дело. Ты вот, если ты это все сделаешь, я найду способ, как все сделать. Как тебя добавить там? А ты мне друзья добавишь? Так, этого кстати, я бы кикнул что? Бы уже сейчас. Вроде сама игра, когда ты играешь с челиками, то сама, ну, сама игра, она считает, что вот, сохраняется. Стой! Егорик, ты согласен или нет? Скажи мне сейчас. Да, я не слышал, ну давай вот ты меня сейчас добавишь, я точно закрываю, клянусь, чем угодно. Нет, ты должен сначала сделать, а потом уже я тебя добавлю. Только так, иначе никак не получится. Согласен или нет? Давай, как ты узнаешь? У тебя есть время выйти и идти делать уроки до того момента, пока мы не убили последнего человека. Так что смотри, у тебя время, ну, как только он умрет, мы возьмем поединки, а друзья никто не добавит. Если сейчас это... Смотри, у тебя сейчас остается буквально минута. Либо ты закрываешь Fortnite, идешь делать уроки, говоришь своей маме, что ты ее любишь. Ну, либо ГГ, либо все. Момент упущен. И... Let's go!
Хорошо. Хорошо, ребята, миссия выполнена. Респект. Респект, респект. Кидайте. Егорику респект. Респектоните, я его добавляю, друзья, от френд. Слушай, может отдадим ему топ-1, он прям, смотри, такой себе прям игрок. Да-да, можно отдать, можно отдать. Можем отдать, давай. Давай отдадим ему топ-1. Пускай пора. Ну, у него 2 килла. Сюда! Вот это имба была катка. Чисто это день хороших дел, я считаю. А что с Олежей делать? С Олежей это что делать, а? Алло. Алло. За игру. Свидимся, мы тебе перезвоним. А можете мне друзья добавить просто? Чтобы не потерять связь, обязательно подпишись на Телеграм. Ссылка в описании.